Захватываем левое запястье. Делаем вдох, вытягиваем руки вверх. На выдохе сжимаем интимные мышцы и живот и наклоняемся вправо. Вдох в центре. На выдохе в другую сторону, как бы левой рукой обхватываем правую. И влево сжимаем интимные мышцы, наклоняемся. Вдох, расслабляем. Вдох в центре, расслабляем. На выдохе сжимаем, вытягиваем. И как будто руку тянем в ту сторону, которую наклоняемся. Это тоже для укрепления поперечных мышц живота, вот этих боковых. Как будто руку хотим вот достать из плечевого сустава, вытянуть. Расслабляем руки. И плечиками назад немножечко. И теперь ноги на ширине плеч. С выдохом руки вперед перед собой. На вдохе мы плавно скручиваемся вправо. Выдох, возвращаемся. Вдох влево. Таз на месте, таз не двигается. Вдох, вернее, выдох в центре, вдох, скрутка. Выдох в центре, вдох, скрутка. Стараемся в груди прям вот скручиваться. Одна рука в груди, другая как можно больше назад уходит. Хорошо, достаточно. Расслабили руки. Можно повращать руками. За счет силы движения, чтобы расслабились плечи. То есть как бы руки сами двигаются, ты не прикладываешь особых усилий. Хорошо, посмотрели на плечики. Подвигались так, как хочется, чтобы снять напряжение. Дальше. Легкое упражнение, чтобы также укрепить поперечные мышцы живота. Ноги на ширине плеч, руки на бедра, на, как это называется, на пояс. Вдох в центре, на выдохе наклоняемся в бок, сжимаем интимные мышцы, анус и животик поджимаем. Вдох в центр, возвращаемся, все расслабляем. Выдох, сжали. Это небольшое упражнение, как бы кажется, что вообще ничего не делаешь, но очень эффективное для укрепления мышц живота, спины. Здесь работают и боковые мышцы, укрепляются и мышцы спины. Плечики назад немного, грудь вперед.
Значит, утром ты проснулась, пьешь 1 или 2 стакана горяченькой теплой воды, и потом уже можешь делать упражнения. И вот через 15 минут после того, как ты там выпила стакан воды теплой, ты можешь сделать удьяна банху. Знаешь удьяна банху? Mm. То есть мы делаем вдох, живот расслабляем. На выдохе живот в себя и как бы все органы ты будто бы поднимаешь вверх. А грудную клетку раскрываешь еще больше, ребра расширяешь. Это все на выдохе. На вдохе опять расслабляешь. Вдох. На выдохе. Полностью как бы выдавила воздух и живот в себя. Но делаешь это там 2-3 раза буквально. То есть, как в интернете пишут, там надо удерживать этот вакуум, да, называют его. Ты не делаешь его 10-15 раз или там полдня. Нет. Это чтобы геморроя не было, вот, проблем, то есть как бы связки, которые органы держат, они работают. Значит, мы делаем так, делаем вдох, прогибаемся в груди, на выдохе полностью выдыхаем воздух, можно через рот. И руки над коленочками. И держим удьяну банху. Грудь вперед. Прямая спина. Еще раз попробуем. Вдох. Полностью выдыхаем, язык высовываем. Живот втягиваем. И на вдохе плавно выходим из паузы. Значит, сделаем удьяна банху. И после того, как мы втянем живот, мы начнем качать животом. Это для, тоже для пищеварения. То есть выдохнули и потом качаем. Все, 2 раза сделаем. Вдох. Выдох. Смотрим на ощущения, просто глубокое дыхание. Теперь сделаем дыхание огня стоя. Опять проверяем позу, проверяем корпус, чтобы таз был в комфортном положении, не было сильного прогиба, излишнего лордоза в пояснице. Грудь вперед, плечики вниз и назад. И делаем дыхание огня 30 раз. Вдох, задержка дыхания, сжимаем мышцы тазового дна, животик подтягиваем, ровная спина, грудь толкаем вперед, плечики расслабляем, глаза закрыты, держим столько, сколько комфортно, и потом делаем выдох. На пение выпей.
несколько свободных вдохов после задержки. Наблюдаем ощущения, изменение состояния. Значит, это упражнение для прямых мышц живота, которые я тебе показывала. Его делать можно только где-то через месяц, после того, как ты укрепишь вот эти вот боковые поперечные мышцы. Всякие вот эти наклоны, руки перекрещены на груди. Делаем вдох, расслаблен живот, надуваем. На выдохе сжимаем мышцы таза в одно, сжимаем животик. И только после этого отклоняемся назад до комфортного состояния. Вдох, возвращаемся, все расслабляем. Опять. На выдохе назад 10 раз повторим. Или меньше даже, по ощущениям, смотрим. На предыдущем мы делаем дыхание огня и нажимаем интимные мышцы, просто делаем пранаяму, глубоко дышим животом, расслабляемся. А после этого упражнения напрягаются передние мышцы ног, поэтому мы расслабляем их вот через это упражнение, растягиваем эту пяточку к ягодицам и дышим, расслабляя передние мышцы ног. Если не чувствуешь, что тянется, то можно одну ногу вперед перед собой, другой назад, но чтобы не растягивался в этом положении сильно живот, а больше растягивалась нога. Дышим, глубокое дыхание, дыхание животом, либо уджая пранаяма. Стараемся все внимание на переднюю мышцу ног направить, и глубоко, как бы на выдохе, отпускаешь напряжение, там боль. Хорошо, очень плавно выходим, меняем ножки, передвигаем нога перед собой. Также расслабляем, дышим. И плавно выходим. И упражнение лежа. В радиостазе ложимся на спину через бочок, поддерживая сначала на локоть и потом на спину. Ложимся на спину, ножки согнуты в коленях. Значит, руки вдоль тела, можно там, за пяточки себя обхватить или за щиколотки, если получается. Просто дышим животом. Смотрим, как живот на вдохе поднимается, на выдохе опускается. Уджая пранаяму через голосовую щель. Теперь на вдохе мы расслабляем интимные мышцы живот, на выдохе сжимаем
И после этого поднимаем таз вверх, выталкивая таз вверх и грудь вверх. На вдохе опускаем, все расслабляем. Выдох, сжали эти мышцы, низ живота подтянули. Только после этого подняли, несколько секунд подержали, опустили. На вдохе расслабили. Когда поднимаешь, грудь почти касается подбородка. Делаем 10 раз. Укрепляются мышцы ягодицы, мышцы живота, интимные мышцы, мышцы спины. Плечики расслаблены. Я как бы по-другому это сделал. Да? Сказал уже. Всю ночь молчал об этом думал, да? Закончила. Теперь на выдохе сжимаем и поднимаем таз вверх и задерживаемся там. Держим таз вверху и массируем живот от лобка к пупку. Как будто бы внутренние органы поднимаем. Ну, можешь держать, нет, можешь дышать, только сжимая интимные мышцы и ягодицы. Достаточно, опускаемся. И теперь стопы вместе, коленочки также согнуты, руки расслаблены. На 5, упражнение для расслабления мышц тазового дна. На 5 счетов разводим колени в разные стороны, расслабляем. 2, расслабили. 3, еще расслабили. 4, расслабили опять мышцы тазового дна. 5, полное расслабление. Теперь соединяем коленочки вместе на 5 счетов. 5, расслабили. 4, расслабили. 3, расслабили. 2, расслабили. 1, полностью расслабили. Дой, ребенок, молодец.